Сейчас в зеленых аллеях около дома номер 2 шумно. Целый день слышны звуки техники, но мера эта вынужденная. И местные жители к ситуации относятся с пониманием. Ведь по завершению работ здесь наконец появится долгожданная дорога. Здесь в момент благоустройства, устройства дороги вокруг микрорайона, вокруг первой очереди, дорога была не закончена. Причиной явилось то, что надо перекладывать газ, часто газ, ведущий в деревню. Эта история очень долго длилась, буквально, наверное, 3 года. В начале этого года работы по перекладке газовых труб закончились, и застройщик микрорайона, который пока является собственником данного земельного участка, приступил к реконструкции проезжей части. Я по этой дороге вожу ребенка в школу, в Зеленой аллее, во вторую школу. И давно вижу, что тут весь асфальт раскурочен, и особенно зимой это было неудобно. Скапливаются машины, проехать невозможно. Но очень рада, если все это будет сделано, и можно будет нормально проехать. Предположительно, реконструкция дороги завершится к концу августа. В итоге 4 полосы движения продлятся до деревни Тарычева. 2 из них пойдут направо вглубь микрорайона. Появится новый тротуар, бордюры. Планируется провести озеленение. Реконструкция участка позволит застройщику, нынешнему владельцу дороги, передать ее в муниципальную собственность. По завершению процесса полностью обслуживать проезжую часть начнет администрация Ленинского округа. Появятся автобусные остановки, официальные маршруты общественного транспорта. Убирать и ремонтировать дорогу также будет администрация. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.